В одном из предыдущих моих подкастов по тему полезных мелочей, ну, важных мелочей, я рассказал вам про напульсник, как он вообще хорош, да, когда напульсник на руке, когда вы занимаетесь на улице, когда на улице жарко. То есть, когда у вас по лицу течет пот, вы напульсником его можете вытирать со лба, висков, с губы верхней, и как удобно это. Вот. И мне пришли вопросы, а где же такой напульсник можно взять? Я там говорил, на самом деле, да, что можно это все приобрести в специализированном каком-то магазине. Там заходите в спецмагазин, спортивный какой-нибудь гипермаркет, там наверняка все это дело будет, никаких проблем. И тогда вы даже не заморачиваетесь по поводу того, из какой ткани он должен был сделать. Там уже производители все за вас продумали, все оно гигиенический стандарт имеет, сертификат имеет, ткань это гигроскопично, то есть она будет работать, все. Но если у вас такой возможности нету, нет магазина рядом такого, где можно купить его, нет у вас, не знаю, ну, возможности или даже желания, ну, приобретать такой, хотите его сделать сами, но не знаете из чего. На самом деле не суть. Все очень просто. Возьмите любую ткань, которая гигроскопична, то есть впитывает хорошо воду. Это может быть кусок вафельного полотенца, это может быть вообще бумажная бандана. Это может быть просто тряпки кусок, большой крупный платок носовой или головной платок женский большой, но имеется в виду ХБшный, чтобы впитывало хорошо. И чтобы, когда вы будете вытирать пот, чтобы это не грубая ткань была, чтобы она не раздражала и без того очень сочувствительную кожу, где раскрыты все поры. Когда вы бегаете, у вас там лицо потеет, все поры, ну, раскрыты будут. Если это грубая ткань будет по типу шкурки нулевки, ну, будет крайне неприятно, да, раздражение будет на лице. Вот, берете обычный кусок ткани, вот, типа банданы маленькой такой, сворачиваете таким вот образом. То есть все это просто, на самом деле, делается в одну секунду. Даже не заморачивайтесь, вот, сделали. И делаете, и, значит, очень легко завязываете. Вокруг руки замотали. И завязываете двойным узлом, который почему-то в простонародье называется бабским. Раз, узел обычный. И два. Все. Вот оно у вас на руке. Готово. Спокойно можно вытирать пот. Не вопрос. Побольше она по размеру будет. Еще легче будет, удобнее. Так что на самом деле все очень просто. Из положения можно выйти всегда. Не вызывает никаких затруднений. А напульсник это вообще простейшая вещь, которая в принципе... Вы, если вдруг забыли случайно дома его, то вы должны его тут же сделать. Там, ну, рюкзака достали вашего, то что можно. И все. В принципе, даже можно футболку, вот если вы бегаете на улице в футболке, напульсник забыли, то в принципе вы можете побегать и без футболки, а на руку намотать футболку и вытирать пот ей. Почему? Потому что вот у меня короткие рукава, и я не могу футболкой вытереть пот. А бегать я могу и без футболки. Я вокруг руки ее замотал и вытер. Все. Никаких проблем. Так что из положения мы выйдем всегда. Мы же молодцы. Мы все умеем. Удачи!